Самые активные и талантливые педагоги и ученики получат гранты главы округа Муром Евгения Рычкова. Сегодня состоялось традиционное заседание Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование». Члены комиссии рассмотрели представленные на конкурс портфолио и составили рейтинг каждого участника. Пухлые папки портфолио – это практически труд жизни каждого номинанта. На получение гранта главы округа Муром в этом году заявились более 40 участников. Это учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования и учащиеся школ Мурома. Традиционная муромская практика распределения денежного поощрения между номинантами, несмотря на финансовые трудности, не была свернута. Любой педагог из любой школы или детского сада может принять участие в данном конкурсе. Здесь учитывается результативность работы, качество знаний, если это школа, обобщение опыта на уровне округа или областном, ну и другие критерии, показатели работы. Участники по итогам изучения представленных материалов выстроились в рейтинг. Чем выше место, тем серьезнее заслуги. У школьников это призовые места в олимпиадах, победы во всероссийских и международных соревнованиях. При оценке деятельности учителей учитывались средний балл его учеников по ЕГЭ, методические разработки, а также участие в профессиональных конкурсах. И так в каждой номинации. Были представлены работы от школ 10 педагогов, из них определены 5 лучших. Они получат денежное поощрение от главы в размере 40 тысяч рублей. От садов было представлено 12 работ, 5 определены и получат 30 тысяч рублей. Также педагоги доп. Образования получают денежное вознаграждение от главы в размере 30 тысяч рублей. И наиболее творческая, талантливая, активная молодежь, 10 учащихся по 10 тысяч рублей. Имена победителей будут озвучены позже, когда состоится церемония вручения грантов. Ольга Килешна, Александр Барсуков. Новости Муром.